я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень, вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 122. Тебе возвожу очи мои.